Всем добрый день, друзья мои. Я сейчас стою на том месте, где более 50 лет назад испекла впервые свой хлеб. Вот именно в этом доме, тогда он еще принадлежал нашей семье, был открытым, не был огорожен таким большим глухим забором металлическим. И вот именно здесь все это и происходило. Это наш дом, который потом мама продала в середине, в середине 80-х годов. После этого он долго вот стоял. Сейчас, кажется, кто-то тут появился. Видно, что вот сделаны ворота, заезд какой-то для машин. Стройматериалы привезены. Наверное, кто-то его купил все-таки. Ну, хозяев. Вот. В то время хлеб пекли здесь в каждом доме. Вот соседние дома. Каждый дом. Но вот этого большого это не было. Это уже пост перестроечный. А вот в саду, за нашим садом, виден тоже дом. Везде. И везде пекли его хлеб. Вот здесь справа от меня за елкой стоит наш погреб. Тогда только он не был накрыт сараем, просто был открытый погреб, где хранились дрожжи. Вот прежде чем печь хлеб, мама посылала мне сюда прыгни за дрожжами, я доставала ей кружку дрожжей, несла в дом, там его замешивали, пекли печки. И сейчас в доме, после того, как газопровод привели, видите, уже не видно труб, печи давно выбросили, обрадовались. Видна труба только вот на летней кухне справа, которую отец в свое время построил уже, когда в 71-м году она была где-то в начале, в конце 68-х, в конце 60-х, начало 70-х. Ну вот так вот, видите, это часть села, в которой раньше тут все гудело, здесь жила куча народа, в нашем доме 5 человек. Соседних вот 4-5, туда дальше вот 6 человек жило. Здесь постоянно ходили люди, ездили повозки с лошадьми, дети кричали, играли. В частности, тут вот на поляне, где я стою, здесь мы играли в лапту и в клёк. Здесь же грибы собирали. Сейчас все, можно сказать, мертво. Тишина, никого не видно и не слышно. Хотя люди, конечно, где-то здесь вот живут, вот там в последнем доме. Ну, а вот здесь вот соседи, это, скорее всего, дачники, которые сюда приезжают, как например, какой-то отдохнуть. Ну, вот так вот. Сейчас проеду еще по интересным местам, тогда включусь еще раз.